Всем привет, с вами Еда на любой вкус. Сегодня приготовим 3 салата из свеклы. Вкусных, полезных. Их можно есть каждый день. Готовится очень просто, на вкус абсолютно разные. Напишите в комментариях, какой вам больше понравился. Обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. 250 грамм свежей капусты нашинкуем. Добавим немного соли, помнем руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Свежую морковь натираем на терке, также мнем руками. Очищенную сырую свеклу натираем на той же терке, добавляем к овощам. Вливаем лимонный сок и растительное масло. Тщательно смешиваем. Для аромата мелко нарезаем свежий укроп. Добавим в салат. Еще посолим по желанию, размешаем и можно есть. Салат получается легкий, свежий, с приятной кислинкой. Конечно, если добавили сок лимона. Для второго салата репчатый лук нарезаем четвертинками. Заливаем кипятком. Пока оставляем. Маринованные огурцы режем вдоль, а затем соломкой. Отварную свеклу также нарезаем, как и огурцы. В принципе, все можно нарезать кубиками, если хотите. С лука сливаем воду, отжимаем руками, добавляем к овощам. С консервированного горошка сливаем воду, высыпаем банку в салат, солим, заправляем маслом. По желанию еще нарезаем немного зеленого лука, добавляем в салат, перемешиваем и еще один готов. И третий салат, для которого вареную свеклу нарезаем кубиками. Сразу смешиваем с растительным маслом. Яблоко очищаем от кожицы и семян. Нарезаем точно так же кубиками. Смешиваем со свеклой. Осталось нам нарезать чернослив, порубить крупно грецкие орехи и тоже их добавить в салат. По желанию немного солим, перемешиваем и готово. Сладость салату придает чернослив, а яблоко свежесть. Очень вкусный. Готовьте с удовольствием. Не забывайте писать комментарии, ставить нравится и делиться рецептом в соцсетях. Это лучшая благодарность от вас. На этом сегодня все. Пока!